Всем привет, друзья! Зеленая Аскания сзади. Это Саша Сковеля, который подогнал нам мотор девяточный, а теперь привез еще и коробку. Так что теперь в любом случае придется. Вон его зеленая Аскания вот сзади в зеркале, не знаю, видно или нет. Сейчас опущу. Да, видно, вон Аскания зеленая. Что-то я в спешке и видео не снял, как мы коробку достаем. Ну, она в багажнике, сейчас покажу, доеду до места. Едем готовиться к субботнему оффроуду. Будет классно, все приезжайте. Будет легкая гоночка. Вот Оболонь, золотые купола. Днепр шикарный. Сколько раз мы под этим мостом с папой на лодке проходили. Просто немерено. Так, Саня. Саня, вот его Скания. В общем, ух, как тут красиво все отремонтировали. Пробки даже нет сегодня в этом месте. Обычно все стоит. В общем, придется построить. Ну, не придется, мы уже запланировали. Я давно хочу поставить этот мотор по болотоходной схеме. Переднеприводная, мотор с коробкой, переднеприводная коробка в середину. Схема очень хорошая, легкая, надежная, простая. Кто не понимает, о чем речь, можете забить в YouTube лесник М. Вот по такой схеме сделать это все. И будет вопросы со шрусами, с плавучестью, с поломками, я думаю, уйдут. Ну и баги красненькая, которая у нас есть на канале, вот у него такая схема, только у него мосты нивовские, а у нас будет что-то покрепче. Так, ну и сейчас посмотрим, что у нас за движ будет в субботу. Там место известное, очень хорошее такое, приятное, легкое, быстрое, динамичное. И мы попробуем сделать интересный оффроуд в субботу. В общем, сейчас покажу все. Вот это прекрасное место. Сейчас там ребята уже на месте. Хотел сказать, сейчас будет оффроуд. Ну, оффроуд тоже, наверное, будет. Не на бэхе только. Еду и думаю, блин, какие классные машины все-таки делали. Ну, я про эту. Есть там у нее ряд недостатков. Ну, когда на ней едешь, быстро я очень доешь. Джиперы где-то здесь. Вот следы есть. Смотрим, сейчас идем. Тут сразу серьезная машина выезжает. Очень известная. Очень мощная. Самая быстрая в таких дорожных условиях. Не скучно было ей, не просто. Кто не смотрел, там длинное видео. Я сейчас сделаю нарезочку коротенькую, посмотрите. Ну, здесь она просто всех рвет. Я боюсь, о! Леня, куда? Ну, туда может. Не, я знаю, кто туда заедет. Так, ну тут. Так вы уже наметили что-то, да? Уже тут сейчас какое-то место, говорит Миша, на две трети туда не заехал, даже на этой машине. А он не спускался, да, наверное? Да, спускался. Вовсе, спускался? Быстрее, на ободах. Так и не скажешь. Это я не спускался. Но тут я тебе расскажу историю, кто не знает, я не помню, есть ли видео, тогда я еще толком так не что-то снимал, но не помню, есть ли оно на канале. Ну так, на словах. Вон, видишь, вот это, ну, пологая этот заезд, пологий, горочка. Вот это маленькая? Ну вот, прямо. Мы оттуда едем с отдыха в выходной, то ли суббота, то ли воскресенье вечер. А в этой вот, в этой дюне посередине стоит ЦРВ. Honda. Да, да. Короче, долго бы он тут стоял, если бы у меня не было удлинителей и лебедки. Я аж с горы его доставал и достал. Но он отсюда думал, что сейчас он проскочит, что он на серьезном внедорожнике. И так. Где впереди? Спецконструкция для хайджека? Мне нравится. О, класс вообще. Супер. Это
Это так запланировано производителем, да? Это я сделал. Сам придумал? Да, да. Ну, хайлифт я взял такой экстрим, который мощный. Так а морда еще тяжелее же станет. Да, ну, на сколько там она? На 30 килограмм. Килограмм. На 14? Что, джек всего 14 весит? А, это маленький. Да. Это метровый, да? Это 1,20 м. У меня подставка еще есть. Собрали, мешками выносили, оно зашло во все полости. Бежарит 600 килограмм жижи после нескучного. Что это было? Оно зашло везде, во все полости, и там и застыло. Причем, что машина предназначена для эксплуатации, скажем, в жиже, да, и в воде, и во всем. Не, ну там жестко было, конечно. Там было жестко, не ехал почти никто. Тот день. Кто-то мог плыть, он плыл. Да. Да, было очень. Я лебедку спалил тогда. Короче, у всех воспоминания хорошие. А я, слышишь, я ж там 4 с чем-то часа в одном ролике это все сделал. Я порежу кусками отдельно. А второй раз, Рус, а второй раз мы после этого что там делали? 9 часов рубил его. Да, 9 часов. Страшно было. Ну, патрол с нами ж был, Колун. Патрол. Колун, как сказал бы один известный джипер. Так, сейчас будем пробовать. Тут интересная горка. Она с поворотом и очень вязкий песок. Ну, что вам сказать, непросто. Ну, заехал. Да что такое? Такое, кроме Рубикона, думаю, не сильно у кого-то получится заехать. Я бы ее оставил на потом. Сложность в повороте. Вот, давай ее пустим, чтобы с нее съезжать. Можно? Не, чего? Тоже интересно. Все, решили. Подумали и решили. Если Леня заедет, тогда ее оставляем. А так можно ее использовать через объезд и спуск. Правильно? Так, Леня, это никого... Трави. На фоне стандартного вроде как побольше, но все равно компактный такой. Ну вот, смотрите, просто горка. Я знаю, что он сюда не заедет, не говоря про тот экстрим. Только динамично, колеса не спущены, напомню, пока не спускал. Классный карьер для теста, когда люди говорят, я тут на своей девяточке, я тут... Ну да, спускай. Я тут на своей девяточке, я тут на своей шестерочке. Вот вам простой, просто песочек. Не надо ни грязь, ни болото, ничего. Просто называется «Попробуй проедь». Паша бы уже смеялся от твоего выстрела. Видите, смотрите. И это были дожди, песок стал немножко плотнее. А если бы дождя не было... Я даже на эту не доехал. Так я ж тебе про что и говорю. То просто, ну, смысл, надо, чтобы какая-то динамика была. Я как бы хочу ту горку исключить или только через спускаться с нее, через заходить на нее другим маршрутом и спускаться по ней. Потому что с лебедкой в динамичной гоночке как бы не очень правильно. Достаточно мощных таких машин, как у Миши, немного. Хотелось бы, чтобы все ехали ходом. Ну вот он, смотрите, пробует еще раз. Ну, есть запас мощности и прочности. Вес небольшой, шины большие. Вес относительно небольшой, там тоже около 2 тонн. Хотя где там они, непонятно на самом деле. Может,
опечатка. Сейчас Леня будет пробовать. Я думаю, там очень сложно для него. Мотор слабее, чем во Вранглере в 5-6 раз. Пытается за счет динамики. Это не та история. Не-не, это нереально. Миша спущен на Вранглере. Поворот уже резануть, но вопрос основной не в этом. Сейчас будет интересно спуститься. Леня, давай спустимся! Спуститься и попробовать. Пока настырно пытается покорить ее, но камера, как обычно, не передает. Сейчас попробую какой-то угол показать вам. Такой уклон хороший, вот где-то вот он вот так, наверное, выглядит. Что один, что один, что второй заряжен, глянь, подготовленный. У Лени есть все, даже коронавирус, да? Так запахи появились или нет? Да. Да? Вернулись? Ну как прошло? А пропадали? Как прошла болезнь, расскажи. Никак. Дня три, да, было так не очень? 2 дня температуры и все. И все, да? Ты крепкий. А какая у тебя группа крови? Третья, блин, ты крепкий, значит. А, он выкручивает руки. Да? Ух, какой у него модный какой-то, да, этот? Это АРБ. АРБ, да? Да, такой. Оно не к самураю. Обычную трубочку с резинкой, оно очень быстро стих. Оно к самураю не подходит, люди. Это может помидоры закрывать, слышишь? Давай нормальный. Давай, да не, пусть... эту трубочку, и ты потом... Давай, колес же много, можем на следующем тестировать. Что-то оно как-то не хочет. Ну колеса не той конструкции. Как вообще? Сколько там? 1.5. Да, конечно, куда? Это для твоей машины, как для обычной, 3.9. Я одеваю на это. Слышь, Леня, это мне напоминает простой ниппель. Да. Выкрутил. Прибор. А, это о, самодельный? Да. Понял. А, из этого? Да. У меня такой тоже где-то был. Спускаем мы долго. Дай колпачок, я спущу быстро сейчас. У меня нет. А тут были бедлоки на клею. 0,5 пока сильно незаметно. Да не, ну какой тут клей? Это сверху я замазал, чтобы туда не залетал песок. А там внутри его нет. Ну все. 0,8 PSI. Больше я не делаю. Так это 0... Это сколько? Это 0,5. Давай 0,4. Да не, не надо. Давай. 0,4. Ну, можно заднее больше если спустить. Если что, у меня есть компрессор. Накачу. У меня тоже есть компрессор. Нет, да, тут уже 0. Ну, да. Это мы что-то тут прозевали. Наоборот. Миша и то спускает тоже. Да это прозевали мы называем. Да это не прозевали, это сделали правильно. Да тут 0,3, наверное, не меньше. То есть не больше. Сколько? Какой? Тут 0,2. О, отличное давление. Вот это правильное 0,2, давление. 0,2, это 0,2 PSI. А, 0,1. Замечательно. Давай я тебе. 0,1, едь. Все. Да нет, да. Да ты заедешь зато. Леня, я знаю, в чем проблема. У тебя жигулевские запчасти на машине. Это от глушителя. А, ну не повлияет, да? Нет. Оно на скорость не влияет. Леня, грены 3, да? Да. Но он высокооборотистый, но конечно, генератор низковато, не да? Тяговитый. Не тяговитый вообще. Да у меня все дело в понижайке. В понижайке, да. Если была нормальная. Газ Леня поставил. То все было в порядке. Оно бы ехало хорошо. Смотри, не перекачай, главное, Леня. Вот, хорош. Все, набрал. Все. Набрал, настроен серьезно он. Я уже вижу. Говорит, я все равно никогда туда не заеду. Ну почти. Разница очевидна. Разгон. Блин.
не хватает. Осторожно. Ну почти. Почти. Видите, уже куда добрался. Включи ниже передачу какую-то. Да все уже, это самое лучшее. На какой ты сейчас был? На первой. Первая пониженная? Нет, первая прямая. Ну, а ты возьми, а вторая пониженная более скоростная, нет, или? Нет, она хуже. Пробуй вторую пониженную, выше обороты, и ты заедешь. Пробуй вторую пониженную. Тогда первую пониженную. Что-то он нас путает, в общем. Газу, газу. Это первая пониженная. Ну, значит, разгон чуть надо выше взять. Ну, понял, разгон, ты остановился что-то раньше. Так, хорошее это, выезжай. Такое ощущение, что понижение вообще символическое какое-то. У тебя такое ощущение, что у тебя пониженной нету, у тебя они обе одинаковые. А, да, слушай, это была не пониженная. Блин, Леня, блин, пленка закончится, хорош дурковать. Это была повышенная, Русь. Так, прекращай издеваться. А была бы задняя блокировка. Ну так, а вторая пониженная скоростнее или нет? Да. Что ты? Все запутано. Надо изучать возможности. О, теперь слышно. Давай вторую. Пробуй вторую. Сейчас вторая. Пониженная. Вторая не затягивает. Короче, что-то надо менять. Нет, вторая наливает, первая. Надо между первой и второй. Поменять мосты, кузов, двигатель, будет нормальная машина. Заедешь сразу. Мне кажется, он контент нам просто делает, и все. Но это неплохо. Короче, эту горку вычеркиваем из списка. Мы договорились, если Леня не заезжает, тогда ее не ставим. Если такой серьезный внедорожник не может покорить ее. У меня-то мотор еще меньше. Попытка 48. Неудачно. Говорит, сейчас заеду, ну. Крутануть просто больше ее, да. Да, динамичнее просто. Просто надо крутить. Видел, заехал. Каким-то чудом просто. Это на первой прямой, вот она как. Да я понял. Это он катается или что-то делает? Не-не, он готовит трассу. Готовит, ну смотри. Ну вот. Там что-то, там же кроме Лени и Вранглера. Ты видишь, что просто творит? Кому там что ездить, не понятно. Знаешь, так вот Леня там полдня будет один ездить. Да не, надо динамичненько, чтобы оно проходное ну, было. Давайте, может опять мы все-таки встанем и что-то попробуем сделать. Что мы? Так, Леня борется, какие-то там звуки уже такие были не... Нехорошая. Ну тут легко, конечно, очень. Для такой машины. Ну, Леня борется. Поборолся, развернулся.
Что-то хрустело там, не знаю. Ага. Вот так вот, видишь? Да. Бляха, я там застрял. А что за звуки? Что-то хрустнуло? Хер его знает. Что-то там. Вроде все работает. Давай. Леня все время постреливает. Ага. Может, лучше завязать, пока не поздно. Посмотри, его хрен остановишь. Просто покататься приехал. Приехал покататься. Так, Леня пошел по импровизированной трассе. Но тот не туда, туда он не заедет. Заедет, да? Да. Да, нормально, кстати. Вышел, потом спуск. Там можно для лайта отличную трассу сделать. И садиться они будут там, будет здорово. Вот, теперь, а теперь можно здесь сделать было на восьмерку. Вот здесь можно было сделать восьмерку. И поехал наверх. Ну да, можно так. Чтобы вот эти горки не пропускать. Видишь, тут тоже не хватает. Они в этом году... Потом в следующий ты поедешь по этой концепции. Посмотрим на разницу в динамике в машинах, в автомобилях, как у кого. Потому что это объем времени по себе. Так, ну, трассу придумали. Вот лежит колесо в центре, вокруг него объезд. И штурмуется каждая горка. Ты же никому не рассказывал. А, точно, да? Нельзя же показывать? Нельзя, конечно, показывать. Ёлки. А то ж приедут, будут тренироваться тут всю ночь, блин. Ну, то, что тренироваться, но уже будет всем известно, да. И да, это онлайн будет... не пускай. Вот, блин. Ты онлайн, что ли? Не. Туда мы штурмовали долго, и туда мало кто заехать вообще может. Ну там, во-первых, заворот такой, что туда не каждый... Вот, да, на правую, да? Да, да. Не, на правую надо пропускать, сильный крутой. Ту пропустим, да. Ты посмотри, как он валит. Правильно, правильно. Правильно поехал. Слышишь? Мне кажется, на тебя коронавирус повлиял. Или пока бензин не закончится, так тебя не остановить. Еле. Посмотри, он аж запыхался, ты посмотри. Блин, я вам скажу, что я устал. Пойм аккуратно. Один спуск. Ну, чтобы уже вот как трассу мы вроде как едем по-правильному. Спуск, следующий подъем, следующий спуск, следующий подъем. Чтобы не по одной и той же. Давай. Потому что, ну, это очень много их получалось. Спустились сейчас против часовой, да, получается, кольцо делаем. Так. Где мы спустились? Вот сюда давай. Вот этот правый, да, он как раз хороший, крутой. Так. Теперь вокруг куста. А, вот так. Нет? Вот так, так крутовато. Ну давай так, да, давай так. Давай так. О, блин. Что-то пищит. Ремень у меня, да? И у меня. А, и у тебя? Без ремня. Так, подожди, где мы спустились? Мы спустились вот тут, значит, сюда сейчас. Мы спустились вот здесь. Да, да, да. Надо как-то будет только отметить, где подъем, чтобы как-то люди знали. Но это мы как-то придумаем. Так, теперь вот тут, смотри. Сюда получается, так? А что тут? Ну да, да, получается так. Да, нормально, нормально. Обрежем кусты, чтобы не царапали машину. Ну то, да. И все, получается, все у нас против часовой вокруг колеса, да, выходит? Вокруг так, колеса эти... Эту не поднимаем. Так, не-не-не, эту пропускаем, да. Вот это как раз хорошая. Это тоже достаточно, ну, такая, скажем. Так, отлично. Отлично. Ага. Тут есть, да? Угу. Есть.
Отлично. Мы сейчас тут накрутим такую. Так, подожди, где мы съехали? Съехали там. Сейчас вот заедем сюда. Заедем сюда. Тут, кстати, тоже такая, она вроде пологая, но достаточно сложно. И сразу разворот. И сразу тут будет сложновато или нет, не знаю. Нормально? Да. Ну, нормально, нормально. Нормально. Так. Там мы через одну. Ну, нормально идем. В принципе, хорошо получается. Так, теперь... Теперь сюда выходит. Налево или туда? Не, вверх, да, до конца туда вверх надо зайти, объехать вот этот остров зеленый, да. Вот туда тут... не едем? Не, туда влево. Не едем, влево, да. Тут этот мусор, блин. Сюда? Так, да, сюда, давай, куда нас тут выведет, сюда. Попробуем. Да давай вот тут прямо, вот так, да, вот сюда давай. Вот это и левее теперь, да. О, отлично. И туда подъем будет. Отлично. Так, не, мы отсюда же съехали, наверное. Вот сюда, да. Или мы отсюда съехали, что-то не пойму. Сюда? Да, теперь влево. Так. Ага, вот тут на рулежку. Оба. Что здесь такое? Это умер. А ну назад, дай посмотрим. Что там такое? Да. Это могила собачья, ну. Давай объедем тогда как-то нам. Давай, наверное, вот сюда, влево. Есть тут. Мы тут отметим. Да. Как Леня ее не проехал. Не. А. Ну давай вот сюда попробуем. Там есть съезд? Влево, вот сюда, да. Давай попробуем сюда. Блин, аппарат. Тут, конечно, на рулежку. Тут можно подкорректировать чуть-чуть будет траекторию. А ну что у нас тут впереди? Давай, подожди, чтобы не сильная жесть. Нет, это понятно. Ну, вниз, в принципе, нормально. Вниз нормально. Вниз нормально. Так. Против часовой. Еще круг. Еще круг. Теперь туда мы не едем. Теперь вот сюда, вокруг Хаммера круг. Вот сюда поднимаемся. Вокруг Хаммера круг и на финиш. Сейчас будет уже, в принципе, все понятно и по времени. Там чуть-чуть потеря. Давай. Вот сюда. Да, тут нормальный как раз такой лайтовый финиш. Аккуратный, на скорость. Да, все. И на финиш туда, где стартовали. Мимо колеса, колесо объезжаем слева. Не, ну просто надо было. Ну без разницы, да, можно так, да. И на финиш, где у нас финиш? Да. Все, финиш. Что у нас получилось? Пять минут, да? 55. Да, как раз там... Там собачка похоронена, видели, где мы там запетляли? Да, там же обсудили. Собачка, мы нормально, да, сделали? Там... Завершили мы подготовку. Все хорошо, все приезжайте. Там онлайн даже мы записали небольшой с приглашением. В субботу на 10. Всех ждем. Ну, даже чуть раньше можно. Будет интересно, я думаю. Трассы прокатали, посмотрели все. Ну, хорошее место, такое природа сама все создала. Нам только чуть-чуть отметить. В общем, всем спасибо, подписывайтесь, делитесь. До субботы, ну и до вечера, естественно, премьера будет. Всем пока.